Я говорю, маску лучше снимать. Ролики нарезаю, чтобы какие-то можно набрать. Я потом хочу видео скомпоновать. А я все равно буду через редактор это все склеивать, потому что у меня уже кусочков несколько получилось. Сразу кусочками снимают файлы, да? Нет. До тех пор, пока батарейка не сядет и память не кончится. Можно он снимать. В один, да? То есть да. Ты на паузу ставишь, и потом продолжаешь. Нет, я не на паузу ставлю. Я каждый раз, когда я нажимаю на паузу, он создает новый, да. Новый, это нормально. То есть в один он сам не объединяет, а к тому, что потом я это сделаю. Потом? Я пришел к выводу, потом сегодня. Много времени тратится. В общем, когда сразу снимаешь, как бы заснял, да, там, раз, там, 10 минут, например, остановил. И эти 10 минут либо как бы вставляешь, например, либо убираешь. Это наиболее быстрый способ получается. Кстати, вчера... Ну, мы, в принципе, можем это, опять же, созвониться и дистанционно подредактировать это видео. На моем компьютере. Ну, можно так, в принципе, на своем редактировать. Ярослав, кольца и папка сбили, пошли на завод. Папочку с собой берете, колечки с собой берете, гости. Ярослав и Мария, проходите, пожалуйста, в зеленый холл, молодые, к вам присоединятся. Зеленый холл. Сейчас мы подойдем. Бери туда. А, телефон возьмите, что я зеленый что? Зеленый холл. А, куда нас послали? Сюда. Зачем нас сюда послали? Ну давай, скажи. Пару слов. Дорогая Машечка, дорогой Ярик, поздравляем вас с бракосочетанием. Желаем вам счастья, любви. Всегда у вас было доброе солнышко, полная чаша. Да, и были через 2 года. Много-много детей. Скажи, чтобы они через 2 года сразу двойню войдут? Ну, двойню, почему трое? А, двойню, через год еще раз двойню, через год еще раз двойню. Ну, самое главное, теперь... чтобы вы друг друга понимали. Вот это самое главное, это семейная жизнь. Мы вас любим. Теперь залазим на табуреточку и рассказываю стишок, который ты получила. Вечером говорили. Полтора часа.